тем, кто дописывает вместе с нами, понять одну простую вещь, что то, что сейчас происходит, это очень нежное дописывание, которое мало кто преподает, потому что оно требует особо нежного подхода такого, точности, выверенности. Чтобы не испортить то, что сделали, и добавить парочку еще яркости мазков. Да, поэтому во многом, вот как мне кажется, глядя со стороны, если посмотреть со стороны, то вот эти вот дописывающие видеоуроки, они где-то, может быть, даже важнее, чем сам видеоурок. То есть они имеют несколько большую ценность, потому что видеоуроков много разных. Вот. А именно вот этот, то, на что мы вышли, вот, давая дописывание, и мы будем это продолжать и будем развивать. Будем вам рассказывать все секреты, как правильно дописать работу, чтобы она была произведением искусства. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!